Реки Енисейского бассейна богаты рыбой еще и потому, что рыбакам до них добраться трудно. Трудно, но можно. Это пробка, которую нашли. Опытные рыболовы-путешественники готовят лодки. Самые нетерпеливые ловят рыбу прямо у табора. На таежных реках рыболовные плесы могут располагаться в нескольких километрах друг от друга. В день приезда удается проверить только ближайшие рыболовные места. Мешонок, Коля. Давай, 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 давай. Вон он, видишь? Нормально. Торопись, не торопись. Не торопись. Виталий, не торопись. Ха-ха! Есть! Это мешонок. Снимай. Ну-ка покажи. Ну третий номер, Коля, взял, посмотри, какой кухонка. Рызовок. Ну красавчик. Трешка, три нета, двушка, да? Вот Коля губа крепкая. Посмотри, пробил ее и все. Самая желанная добыча – таймень. Ради него и забрались в эту глушь рыбаки.
Николай отпускает молоть тайменя. Крупной рыбе у него подход более хозяйственный. А взял вот тут на выходе, да? Туманное утро следующего дня обещает солнечную погоду. Рыболовная команда разделилась. Одна группа на лодке с водометным двигателем пошла вверх по реке, вторая группа вниз. Хозяева реки бобры рыбой не интересуются. Их пища – древесная кора. С рыбаками бобрам делить нечего. Непуганные звери любопытны и доверчивы. Им нечего бояться. Вот сколько бобра. Хариусы этой реки необыкновенно красивы и очень сильны. Невольно забываешь о цели путешествия таймени, но забываешь ненадолго. Мушка подручейник. Мушки не хватает, соедините руку, чтобы держать его. Задача – подняться как можно выше и найти тайменные омуты. Крутой каменистый порог преграждает путь. Подняться на лодке сможет только один, остальные – пешком.
слишком мелко, дальше не пройти. Такие же были, вот Харрис, ты же видишь плывет какой, чем те рыбы на покупке, правильно? Видишь, там среди них будет? Повтори еще раз, не понял. Прием. Да куда подняться? Повтори еще раз. Экспедиция не может обойтись без связи. Группе внизу трудно подняться к лагерю на одной лодке. Нужна помощь. Линок. Хозяйственный Линок. Николай к крупным линкам и тайменям имеет особый подход. Если мелочь он отпускает, то крупную рыбу упускать не намерен. Ой-ой-ой, вот это да. Вот это хорошо. Так, давай-ка я пошел. Там перекрестился как-то. Боком идет. Возьми этот крюк. Возьми. Не будь этих, не будь этих. Ближе к голове. Потихоньку, не будьте, не будьте, не будьте. Опускай. Давай, еще одна. Потихоньку, не будьте, не будьте, не будьте. Понимаешь? Иди сюда, пойди вот так, вот так, вот так, пойди, вот так. Подойди, не увидишь. Ближе подойди. Там кабанит. Ты не пьяна? Ну-ка покажи зубик хоть один. Нет, через силу. Потихоньку, не будьте, не будьте, не будьте. Опускай. Давай, можно потянуть его. Не, это сколько было? Настя, не пульки. Семикилограммовый таймень — самый крупный трофей экспедиции. Как часто бывает, повезло новичку. Таймень — желанный трофей, но не всегда рыболовам везет. Крупные хариусы — тоже отменная добыча не только рыболовов, но и шустрой норки.